Нежный и сладкий пирог на тонком песочном тесте с творожной начинкой и яблоками. Приготовить его не составит большого труда, все легко и быстро. Смотрите рецепт. Как приготовить воздушный творожный пирог с яблоками? Легко. Заходите, и я расскажу вам. Вкусный и нежный пирог с творожной начинкой и яблоками просто не может не понравиться. Усилить аромат можно ванильным экстрактом или другими ароматизаторами, например, корицей. Пробуйте и делитесь своими впечатлениями. Подготовьте продукты для пирога. Приступим. Подготовьте продукты для пирога. Приступим. Замесите мягкое пластичное тесто. Замесите мягкое пластичное тесто. Огнеупорную форму смажьте растительным маслом. Распределите тесто, сделайте бортики. Поставьте форму с тестом пока в холодильник.